Так, ребята, приветствую. Нашел я такой вот для наших широт необычный приемник. Называется Джульетта. В таком вот корпусе, ну, вернее, чехле. Ну, судя по всему, это не кожа. Значит, приемник из 60-х годов. Это 60-е года, 65-й. Для наушников разъем. Настройка производится вот так вот, перед этим конденсатором. Это громкость в хорошем состоянии. Продавец утверждает, что привезли очень давно из Канады. Ну, судя по всему, так оно и есть. Вот такая у нас внутренности. Это транзисторы, как будто компаундом залиты. Ну, такой корпус у них просто. Все комплектующие японские. Вот. И самое интересное, вот надпись. Top Electronics, Майами, Флорида. Модель также указывается. Ну, ссылочку на иностранные сайты я дам, на этот приемник. То есть там, в принципе, я так понял, эта модель американская, но при всем ее, так сказать, американскости, она сделана в Гонконге. Об этом у нас говорит вот такая вот надпись. Гонконг. Вот. Сейчас уже как раз вечер наступил, так что я ничего не менял. Ни кондеров, ничего. Что необходимое. А, единственное, что я резистор разобрал. Он трещал, шумел. Я почистил его спиртом. Смазочки нанес. Такое еще, помните, ну как помню, я просто фильмы-то разные смотрю, старые советские, эти советские, США, американские, да, и тогда было очень популярно вот такое вот под дерево, а-ля такая пленочка. И вот как раз вот здесь такая пленочка есть. Вот, сейчас его включим и продемонстрируем, как он работает в вечернее время. Так, ну что же, сейчас проверим, как он работает. Включим его. Чуть шуршит, но терпимо. تقریبا تا سال 256 قبل از میلاد در
Ну что, ребята, как видим, приемник в отличном состоянии, работает, на удивление, что, естественно, очень радует меня. Если понравилось видео, ребята, комментируйте. В первую очередь комментируйте, потому что лайки лайками, мне интересны комментарии. Вот, так что, если это было интересно для вас видео, я рад, безусловно. Так что всего доброго, 7-3 и всего хорошего вам, ребята. До свидания.